Геннадий Старунов, учитель школы имени маршала Чуйкова, город Москва. Спасибо вам огромное за то, что вы доверяете делу, которому я посвятил 8 лет своей жизни, занимаясь вопросами безопасности. Великое счастье и радость быть в финале премии знания. Для меня это просто высшее достижение, что люди слышат, что сохранение жизни – это один из самых главных вопросов для всех людей. Я желаю вам, чтобы эта ценность, именно сохранение жизни, была для вас самым, что ни на есть, первым местом. Геннадий Владимирович действительно уникальный человек, уникальный учитель. Я знаю, что его очень любят дети. Очень. Это, наверное, один из самых любимых уроков. Хотя каждый предмет важен. Он ведет свой интернет-блог. Он постоянно с ребятами на связи. Он делает все для того, чтобы урок «Основы безопасности жизнедеятельности» был очень интересным. А это действительно очень важный предмет. Путь. Я вижу, как человек шел по этому пути, и он тяжело работал, он тяжело шел по этому пути, и много лет он вложил в то, чтобы его вот внутренняя работа стала иметь внешние какие-то следы. Он стремился просвещать себя, он стремился просвещать других, он человек, который всегда готов и хочет учиться, и считает это большой ценностью. Для меня, как для директора школы, конечно, это очень почетная награда, очень приятная награда. И эта награда подтвердила, знаете, сплоченность и единение не только всего нашего коллектива, педагогов, но мы ощутили значимую поддержку всех наших учащихся и родителей.